Здравствуйте. Вы прибыли в музей, поклонимся великим всем годам. Человека. Увидели что-нибудь? Да. Теперь можно поменяться местами. А вот здесь протрюшки. Ну, вы увидите эти два препарата. И человека, и лягушки. Да, конечно, конечно. Вы даже можете сейчас посмотреть. Там пятый лягушки. Thank you.
математика, давай. Потому что... Вот нет. Давай, давай. Потому что объемные фигуры... Объемные фигуры. Да я же... Посмотрите вокруг. Я знаю, головой покрутите вокруг него, давай. Вон там висят линейки. Линейки висят, а еще почему, как думаете? Потому что здесь теорема. Вот, 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 да. Есть плакаты, много математических плакатов. А это будет... Если сидим дальше, будем у нас есть все необходимое оборудование, будем с вами проверять, правда это или нет. Итак, вам необходимо сейчас ответить на вопрос. Чуть-чуть, давай чуть-чуть. На самом деле, ну, мы пробовали, когда все вместе, когда ровненько. Держать пакетик, то вода не будет выливаться. А, поэтому давайте аплодисменты же к Наталье Васильевне, которая решила, что... Мы не знаем, что ты ничего палочки. Но предположим, что такого простого ответа не может быть. Отлично. Может быть, нам родители будут посодействовать? Родители будут, так сказать, тянуть карточки, а ученики... А ученики... Смотрите, видите, как бурно он реагирует с водой. Прыгает на воде. А он шарит. Да, выделяется водород. И
кристалла фиолетовая окраска. Это свидетельствует о том, что стала щелочная среда. Здесь получилось шоу. Ну, вам понравилось, ребята? Аплодисменты. Нашим учителям большое спасибо. Определяйтесь, и мы вас ждем. Молодцы, конечно. Очень быстро. Мы хотим еще опыты.